Всем привет, это я. Передаю привет всей тайге и своим любимым родственникам. Как слышите меня, прием? Внимание! Проводится испытание CF Moto. Пилот Савин Максим. Сейчас будем этот аппарат топить снегу. Вы будете наблюдать. Свидетелями этого. Он сел на брюхо, даже не шевелится. Вот он турец. Холостует. Так, ну чё? Ну что? Вроде как доехали. Хуй знает только куда. Доехали. За 30 километров надо же где-то было засадить эту технику. Вот, пожалуйста, сидит на брюхе, посмотрите. Сидит конкретно. Смотрю, демонстрирую. Все колеса в воздухе. Они даже не пытаются. Он даже не качается. Поэтому... Вон еще один кандидат на выбывание. Поехали. Смотри, как это все разбилось от прицепа. Надо как-то крепление другое делать. Неправильно пошла мотаться. Все. За дерево. Натяжка есть. Сейчас будет следующий цеплять. Этот уже никуда не уедет. Да, этот уже точно никуда не уедет. Жарко тебе. Хорошо, тепло. Тепло. Пошли следующий доставать. Пошли. Хочу продемонстрировать, что для чего нужен трос в тайге. Вот, обратите внимание. Дерево. Обворачиваем. Причем трос коротенький, надо еще таких два троса. Да, вот вам специалист говорит, что трос коротенький. А эта фигня засела, даже не шевелится. Тянется, и нифига он не лопнет. А хер знает. А? Ну не знаю. Пока тянется трос.
Пока тянется веревка, Макс. Но она растягивается, как бы это и так понятно. Надо другой трос. Надо такой, который не тянется. Да. О! Сейчас чувствуется. Да что такое? Поехали. Вот, видишь? Вот на этом месте сидел квадрик. Ногу поставь в этот, куда он упал. Вот, вот такая высота. Вот такая высота. Все жестко. Все хорошо. Но с помощью троса такой-то матери и лебедки он может выехать. В общем, трос надо еще один жесткий. Да. Мы теперь знаем, это тоже надо мягкий. Им хорошо иногда что-нибудь тянуть. Да. Вот у меня как раз, Макс, короткий, но жесткий. Надо длинный жесткий, вот прям такой. А может быть все-таки это, стальной какой-нибудь взять? Да он тяжелый, вес да? Отвозить. Плюс в воде там что-нибудь заржавеет, еще что-нибудь. О! Поехали!